5:08 сейчас вот-вот откроются избирательные участки в Краматорске. Выборы в Донецкой области проходят не везде. В буферной зоне они не проходят, на оккупированной территории тоже. И сейчас еще выборы под вопросом в ряде городов. Это в первую очередь Мариуполь и Красноармейск. И менее сильная угроза для выборов в городе Дружковка. В этих городах у общественных активистов, у представителей политических партий большие претензии к организации процесса, к печатанию бюллетеней. Так в Мариуполе ряд бюллетеней выпустили с ошибками, там не было одной из политических партий. В Красноармейске бюллетени начали печатать лишь за несколько часов до открытия избирательных участков, и неизвестно, удастся ли их вовремя отвезти по участкам. Уже президентская партия «Блок Петра Порошенко Солидарность» сделала заявление по выборам в Мариуполе. Они хотят перенести их на 15 ноября, день, когда будет второй тур голосования, так как до сих пор из городской избирательной комиссии не развезли бюллетени по участкам. Материал, понимаете? Если мы не будем голосовать, вот мы не имеем большого значения, так как молодые. А все-таки хочется, чтобы была какая-то справедливость, хоть какое-то уважение к нам. Вот 40 лет отработала, а пенсии такие зарабатываем, что даже на лекарства не хватает.